Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а у нас третья великая арена, это наш третий аккаунт Александра Вура Гейминга, с канала Вура Гейминг, на секундочку. Что здесь из себя вообще, в принципе, представляет аккаунт? Это 85 уровень, с гипером, со всеми вытекающими, то есть персонажей много, ресурсов мало, опять же, персонажи немножко не то, что хотелось бы видеть, но, тем не менее, имеется в виду не к тому, что-то вроде типа как плохо, а к тому, то что абсолютно непривычно в плане пачек, поэтому скорее всего здесь мы, возможно, даже будем проигрывать, скорее всего. Так, здесь у нас есть один фейл, здесь у нас фейла нет, здесь у нас фейла нет, и здесь у нас не закрыто. Возможно, некем атаковать. Окей, давай смотреть, что у него. Я думаю, что если это видео получится достаточно-таки коротким, то я его буду пристраивать какому-нибудь из... либо к своему основному, либо к Тохе, не знаю, посмотрим. Так, ну вот это крепко, кстати, на самом деле. Возможно, придется отзеркалить. А зеркалить-то нам и нечем. Не, ну есть, но как бы хуже все в разы. Блин. Резни, естественно, нет. А, ага. У него на Палпатине нет модулей. 155 скорость. Вейдер... 183. Траун 150. Пиет 135. У нас Вейдер. Ну, напоминаю, у нас нет резни. 153. А там сколько? 183. Бляха, ну мы за счет Таркина еще 21 получим, но мы в любом случае, скорее всего, проигрываем. У нас и Палпатин медленнее по скоростям, он не успеет сходить. А какие еще варианты? ПП? Жесть, как она есть. Но у меня, честно говоря, вариантов особо нет. Я не знаю. Я, наверное, слишком неправильно сделал, в том плане, что я поставил слишком много кого в деф. Надо было делать наоборот. Надо было в деф поставить, ну вот, самых вообще никакущих. Просто никакущих. На один ход. Ага, еще и не заблокировали, ну круто. Здесь Палпатин для нас представлял большую угрозу, нежели Вейдер. Да не, мы тут никак. Тут даже тушотом не получится зайти, бляха. Это жестко. Я говорю, у меня банально, вот самое-самое банальное, у меня нет понимания вообще, как играть на таких низких тирах на великой арене. Вообще, просто-напросто нет понимания никакого. Блин, надо было все-таки, наверное, низ сначала зачищать. Ну, ППшки у меня их хотя бы есть какие-никакие. Первый порядок. Бляха, и хакса нет. Ну, давай хотя бы так попробуем. Кем же мне империю забрать? Ну, тут без вариантов. Этот снимет с нас провокацию. Этот предвидение может кому-нибудь дать. Наверное, сюда мы дадим. Таким образом. Бляха, мы же ничего не можем тут делать. У нас нет Z, у нас нет вообще ничего. Как же это непривычно, охренеть.
Жесть, как она есть. Но тут на самом деле вся надежда только на шрамы, и что КБМ выстоит. От одного избавились. Империю ППшками мы бы не забрали. Это стопудняк информация. Вот это я неправильно делаю, не надо передавать шкалу хода, потому что снимаем отрицательный эффект. И хотя на таком уровне прокачки я не знаю, как там что работает уже. Угу. Так, сюда иди. Да, реально, надо было империи заходить сюда. А ППшек все-таки оставлять на имперцев. Не подумал я маленько. Так, стан красиво летит сюда. Здесь у нас... Опа. Бляха, я думал, что палач все-таки еще сходит разок. Хорошо. Да. А, здесь еще ППшки. А, ну тут солянка. Хотя у меня у самого-то сейчас, наверное, солянка, но у меня вроде какая-никакая есть охота. Даже боск есть. Грида, наверное, взять. Давай попробуем. Ну вот империю неким закрывать. Так, сюда... Нам же надо пробовать выполнить контракт. Ох, нихера, тут три танка получается. Вот те на. Контракт. Здравствуйте. А, тебя мы, наверное, ставим на сладенькое, дружочек-пирожочек. Так, 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 так. А этот из инвиза, как я понимаю, вылазить-то не собирается, да? Но его шрамы точно не спасут, потому что мы его пробиваем достаточно неплохо. До свидульки. Хорошо, допустим. Блин, ну с империей я лоханулся. С империей я, конечно, дам. Ха-ха-ха-ха-хох. Ну тут реально без вариантов. Как вариант, конечно, но такой себе вариант.
Тут они, скорее всего, откинутся с первой массовки. Тут же видишь, опять же, ни дзет, ничего такого нет. Станов, естественно, тоже у нас сегодня нет. Ага, пошли станы. Только немножко не тогда, когда надо. Старушка Дака. Так, ладно. Что же еще тут можно придумать? Ну, джедаи, конечно, сюда отправлять это еще то угрюмство. Ситхи по днях и тут не будут никакого смысла иметь. А сепаратисты. Я не знаю уже, что делать. Мне просто, видишь, получается, даже если за 150 заходов мне это закрыть, то мы хотя бы дойдем до флота. То есть уже какая-то возможность появится. Но мне тут вряд ли справиться. Няха будет разгоняться трое суток. Они очень жирные для меня. Ага, еще и перезарядки не откатили. Ну, здорово. Да, вы, ах. Нет, ничего я тут не сделаю. Неправильно я сделал. Надо было Империи заходить на Фениксов, сюда заходить на ППшек. Если бы даже мы проиграли, то ППшки очень сильно бы настучали бы по челюсти. И тогда был бы шанс дозабрать. А теперь у меня получается некем. С джедаев-то тут. Все, пачка не собирается уже никакая. Тут два клона. Все. На этом у нас, к сожалению, все. Блин, ну это тяжело. Это тяжело реально, потому что супер непривычно, супер не понимаю, что делать, но буду исправляться в любом случае. Я тогда это видео сейчас прилеплю. Ты, наверное, уже заметил, да, к основному аккаунту и к основному аккаунту. И, наверное, таким образом и будем делать. Да? Да. Или там с отдельным видео просто второе в день. Короче, разберемся. Пиши в комментариях, как тебе удобнее. На этом у нас все. Если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.